Here's Johnny! Всем привет! И добро пожаловать на канал Johnny Play. Мы с вами продолжаем проходить Cry of Fear. Тыркаться в закрытые двери. Ай-яй-яй, ебану отчета. Доктор, ты... Ты ёбнулся, что ли? Что за херню ты делаешь? Нет! Только не ты опять! Стой! Ёб твою ж... Твою мать! Он что, только что проглотил ключ? Походу, да? Чмо медленное. Отлично. Мы можем его бить, но у него хпшка не отнимается. Так, а это что такое? Так, что это такое? Давай. Что это за хрень-то вообще? Подожди, жиробасик. Дай мне сориентироваться хоть чуть-чуть. Давай. Давай сюда. Ну, молодец. Ага, понял. Иди сюда. Давай, жирный. Сюда. Молодец. Успею? Блинский! Он меня все-таки оприходовал этой херотой. Ну хоть понятно, что с ним делать. Доктор веселится, как всегда. Блин, пропускать нельзя. А. Хера себе, пропускать можно? Нежданчик. Давай, Мейс. Давай. Ха-ха. Чмо. Иди сюда. Давай. Хер. Ох, слава богу. Иди сюда. Давай, хороший. Иди ко мне, мальчик. Давай. Ой, хороший песик. Пошел нахер. Сейчас мне его надо будет вспороть, да? Или ты сам? Мне нужно что-то большое, чтобы достать этот ключ. Слышь, помоги. Так давай его вспорим просто, что за проблема-то? Так, это закрыто, да? Конечно. Значит, сюда идем. Так, морфинчику бы нам. Он был бы хорошо. Откуда ты его взял? Что ты за гребаный маг-волшебник? И почему у тебя не работает, когда я говорю пулемет бы сейчас? Так, ты его не находишь. Как говорю, морфинчик бы... А, блин, хватит прыгать. Что это было? Кровь. Так, нам нужно что-то большое, типа пил... Ну вот, типа пилы, да. Конечно, сейчас, блин, на обратном пути будет всякая дрянь. Так что мы сразу приготовимся. Кто будет? Пишите сейчас, кто сейчас появится. Вот прям вот тут. Повариха. Кто-то еще? А, еще одна. Что у вас тут за массовый продуктовый сбор? Блин. Все, надеюсь. Хорош ты прыгать, у меня сердце останавливается, когда ты прыгаешь. Ну что, давайте пилить.
Так, 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 пила использовать. Ты что, ему руку пилишь, что ли, дебил? Я нашел ключ Расти. Он ему руку пилил, а не живот. Как ты так распилить-то смог, дятел? Ах ты, блин, давай возьмем булаву. Конечно, возьмем мы булаву. Мы возьмем булаву так же, как мы... Чё такое? Ну так, как бы ключ. Чё? Ты чё, дятел? Давай! Хер ли нет-то? Нормально. Кстати, никого нет. Сохранимся. Дверь закрыта сюда. Ага, отлично. Походу, доктор у нас будет самый финальный босс. Я просрал морфин, да? Ёб твою мать. Он второй морфин не взял. Или взял? А, нет, две же... Кстати, не использую, ёпта. Вот эта подстава глупая была. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Это что, из Гаррис Мода, что ли, был? Из Халвы, точнее. Блин, сейчас что-то будет. Чего? Что такое? Дверь сломана. О, блин, не нравится мне это. Ой, мне это не наркомания не нравится. Что ты думаешь? О чем? Тебе это нравится? Нет. Ты не знаешь ничего, Джон Сноу. Ну и хер бы с вами. Если бы ты только мог понять, я никогда не хотел этого или не искал этого. Да ты этой вот такую вот херни попробуй найди еще. Я просто хочу, чтобы ты умер. Просто умри. Что это за позитивный типчик с нами разговаривает? Чего такое? Ёпта, бежим, 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 прыгай. Бежим и прыгаем. А, не умеем, не умеем. Так, мы сюда. Давай, 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 давай. Куда? Туда. Фонарик возьми. Да блин. Сейчас мы помрем. Ой, как далеко. Хотя близко, хотя далеко. Она сейчас будет закрыта. Чуть-чуть осталось, давай. Давай. Успели? Ага, вот этот перекресток, тут нас сбила машина. Кстати говоря. Так мы что, в коме, что ли? Твою мать. Что это было? Галлюцинации? Если это были галлюцинации, значит, сейчас должна быть полная хпшка. Я схожу с ума? Дерьмо. Мне нужна какая-то помощь, или я просто найду мой путь домой. Что это был за больной доктор, мне интересно. Он должен что-то знать. Я видел газовую маску, и я нет. Ага, как же галлюцинация. Мудак ты, а не галлюцинация. ХПшку мне всю испоганил. О, позитивная музычка. Это радует. Так, сохраняшка. Ищем сохраняшку и морфинчика бы. Нет, не срослось, не получилось. Жаль, жаль. О, неужели мы на улицу выходим? Очень хочется на улицу. Это улица, да? Знакомое место почему-то. Это не тут мы код... Сейчас будет туннель этот, где мы кодовую панель. А, нет, хер. Морфинчик, отлично. И сохраняшка.
Прям вообще ништяк. Так. Что это? Ничего. Откуда музыка играет? Насколько я помню, на улице у нас не было мудил, которые на нас бросались. Пытались убить. О, блин. Ты в порядке? Ты лучше приходи домой. Я начинаю волноваться. Скоро буду, скоро буду. Тихо! Блин. Я уже... На открытой местности вам ничего не светит. Так, открыто? Дверь закрыта. Так, сюда нужен будет ключ, возможно. Что так подлагало? Что такое? Ага, ищем путь домой. Так, здесь говорится, что я могу воспользоваться подземкой. Мне нужно на Саксон-авеню первую. Саксон-авеню, понятно. Это что за хуета? Ну-ка нах. А ты не... Ты же не двигаешься, да? О, блядь, нихера себе не двигаешься. А, нет, он не двигается. Пошел он нахер тогда патроны тратить на него. Я, кажется, видел, куда идти. Поэтому возьмем фонарик. Нихера себе там херота. Ты же сюда сейчас не пролезешь, правда? Блин. Да блин. А вот тут у вас преимущество. Ладно, согласен, подловил меня. Фонарик. Он очень долго с собакой переключается между телефоном и ножиком. Тихо. О, точно. У нас же есть дробовик. Только вот то, что нам дали на него патроны, это плохо. А я заблудился. Твою мать. Куда я пришел? Ай, ёб твою ж... Ктулху, сука! Блин! Иди нахер! Нахер! Давай... Усни. Ух. Сохраняшечка. Что такое? А он не умирает? Слышь, мудак! Все, да? Не будешь? Так, что-то я не понял. Да блин! Ха, по башке седал. Скотина, так. Ну что, придется нам последнюю морфинулю-то вколоть. Патрончики. Все, морфина, как всегда, нету. Как же весело, твою мать, играть без морфина. Так, а что у нас телефон и нож, да, на быстрых? Я думал, что-нибудь убрать, поставить дробовик. Но не сросло. Блять! Чё, сука, тут ты... Блять! Второй! Идите нахер! Дробовик взять! Блять! Идите нахер, твари! Блин, половину хп-хи сняли! Твою мать! Твою-то мать! Так. Так. Чё у нас там? 9 патронов, да? Блинский ты! Осьминог. Так. На этого дробовик не действует. Ага, ага, ага. Хер там, может, бежать придется обратно. Лучше уж так. О, работает. Блин. Я
я думаю, сейчас нам лучше не тратить хпшку на всяких херов. Раз у нас, в принципе, патроны есть, давайте пока с ними и походим. Вот найдем морфин, можно будет нож взять тогда, ладно. А сейчас пока так. А, это у нас, ага, это у нас... Черт, закодированный. Шитый, перешитый. Один патрон. Быстрей. Вот, собственно, и все. На пистолет мы пока переключаться не будем. А то вообще без оружия оставаться как-то страшно. Так, так. Сохраняшка, вот нужна ли она? Ну, ну что значит не нужна? Придется как-то с половиной хпшки что-то думать. Так, никого. Что-то слишком много свободного пространства. Да ты издеваешься, что ли? Твою мать! А-а-а! Сука, ты быстрый, ты быстрый! Вот где, блин, дробовик бы пригодился. Так, пистолет, пистолет, пистолет. Пойму хоть бы хер. Это как так? Я в него обойму пустил. Чё за развод? Может, его нельзя убить? А чё значит нельзя? Я когда умирал, видел автомат. Ладно, хер бы с ним сейчас. Все, что есть, него пустим. Сука, две обоймы. Ты чё, нахер издеваешься, что ли? Две сраные обоймы. Хорош. Я хочу взять автомат. Давай. Блин, ты качу, сука. Может, его реально нельзя убить? Надо убегать от него. А потом как бы он где-то там провалится в канализацию и взять оттуда. Потом идти обратно. Да блядский ты мудак. А потом просто мы идем обратно и забираем автомат, который там лежит. Как-то так. Ну я хер от него убегу. Да ты мудак, нет, а. Так, ладно, давайте не будем более меткими слишком. Просто выпускать обойму, перезаряжаться, отпрыгивать. Выпускать вторую, выпускать третью, охеревать от того, что он все еще жив после третьей обоймы. Ну да, смотри, сука, три обоймы в упор ему хер бы. Сука. Но бежать от него не вариант, мне кажется. Давайте попробуем. Хер там! Вообще не вариант от него бежать. Он хоть и не догоняет, но это глупо. Сука, надо вот дробовик оставить. Надо как-то его валить. Козл... Чё такое? Чё ты... Ты чё? Он... Во! Что-то он не хотел уйти влево. Так, давай, 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 давай. С ножа его потом порубим. Да ты заебал меня уже, мудак! Давай, да ты... В
жопу себе засунь ее и включи на 8 минут. Ты долбаную бензопилу. Электрик, блин. Да хорош, чё тебя влево-то тянет? Так, может и жопой вперед идти, кстати? Давай. Дай, блин! В принципе, так мы в него патронов больше всаживаем, прям в него, а не в молоко. Ну-ка, давай. Давай, 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 ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Куда звук выстрелов пропал? Да ёб твою ж... Я жопой чую, его можно убить. Его надо вот тут сейчас завалить и взять автомат, который там лежит. Отлично, звук выстрелов пропал. Замечательно. Ну застрянь ты в стене где-нибудь, ну пожалуйста. Ну что тебе трудно? А я тебя там это порублю. Все, патронов. О, отлично. Замечательно. Это что, у нас сейчас не будет звука выстрелов, что ли? Это ж херово. Там точно есть автомат? Или я сейчас просто херню страдаю какой-то, непонятно. Так, перезаряжай. Так, 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 так. Вот сюда. И налево, и налево. Вот сюда. Все, патрон... Этих нету патронов. Он что, умер, что ли? А, нет, он кайфует просто. Так, 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 давайте попробуем чутка по-другому тогда. Давай, иди сюда. Видите? Вот, вот, вот. Его надо как-то убить. Эту падлу, эту... Но мне не хватает ни патронов, ни хера не хватает. Нахер я весь дробовик-то спустил, дятел. Ну, кровавые следы есть, значит его можно убить. Так, нож, 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 нож. Давай. Так, ладно. Давайте один раз попробуем ни хера не делать вообще. Просто пойдем вперед, он нас не догоняет, если мы не остановимся, в принципе. Но можно не пробежаться. Ух ты, хлебало, можете посветить, может, успокоишься. Ну там лежало М16. Так, дверь закрыта, да? А, отлично. А! Опа. Чё, реально, что ли? И чё, в меня без М16 оставили? Вы в курсе? Ну, ну спасибо вообще. Ну, предположим, как бы. Ну, я без автомата. Ну-ка, звук выстрелов есть? Хер. Уж извиняйте, какая-то жопа, звука выстрелов не будет больше. Видимо. Можно... Ага. Так. Патрончики. Так, ну вас двоих придется валить так. Возможно, если на новое сохранение перезагрузить его, то получится. Ага, этот. Блин. Взорви мозг. Так,
Блин, а без звука выстрелов-то не прикольно? Ты что, поссать зашел, что ли? А это не туалет? Блин. Да... Да хорош, что происходит? О, как все плохо. ХПшки вообще нет. Отлично. Вообще, спасибо. Низкий поклон. Во-во, мы сейчас загнемся. Нет, это ручка. Яйцо, давай съедим. Очень смешно. Спрятанное яйцо. Оборжаться просто. Видишь, у меня улыбка прям разрослась до уровня. Оборжаться, как смешно. Чё такое? А, свой... ты всего лишь умираешь. Здорово. Здорово, дровосек. Так, а где мы потеряли? А мы... А и сохраняшки тут нету, да? Ну чё, бежим от него тогда, я не знаю, как его убить. М16 мы с вами не возьмем в этот раз. Уж извиняйте. Да-да-да, мы уже видели. Так. Тут кто у нас был? Чмошники с головами взрывающимися где-то тут. А, где-то дальше, да? Ну ладно. 4 выстрела в живот. Тебе 5, ладно. Так, ну в принципе... Все равно мы больше 2 обоим не можем таскать с собой, так что вариантов нет. Где ты? 2 выстрела в тебя, понятно. В тебя 3. А, ну ладно, патронов не было. Так. Тут у нас кто? Тут нам придется вот так сражаться. По-другому никак. Потому что там нам нужно будет 2 выстрела в упор. Ломай. Так, вот тут нам нужно будет 2 выстрела в этого всадить быстренько. И все остальное вот в этого пока не добежал. Фух. Эти у нас не работают, понятно. Не работает. Ну дайте шприц. Чё это? Да нахер мне ваши патроны. Здорово. Это чё мне, на тебя обойму что ли дали? Ага. Я тоже в шоке, не ори так. Блин, если мы сейчас помрем, будет вообще обидно. Ага, нахер свет. Чё там? Нихера нету. Так, патроны, как у нас там дела? Ага, есть чем посражаться, если что. О, зашли. Чё такое? Там кто-то есть. Кто тут? Выходи, я знаю, что ты тут. А где ты? А нахера она тебе нужна? Ты что, нож свой решил прокинуть, что ли? Непонятно. Ух. Так, откуда мы пришли? Я уже забыл. Вон оттуда мы пришли. Ух. Так. Морфия и сохранение. Я ж вообще мало чего прошу у вас. Сейчас и проверим.
Да, короче, та же самая жопа, что и с ножом. Разницы никакой. Нож даже побыстрее вроде бы. Хотя нет, есть разница. А может и нету. Ну дайте вы мне морфина. А, блин, этот. Так. Блин. Экономно я слишком. Взял бы пистолет, да отстрелил ему черепушку эту. Хер промахнешься в этот качан. Да хорош я... Если я умру, я вас прокляну. Ну что такое, ну... Во. А, блин, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Это ж так далеко будет опять сюда идти. Это же мы где будем-то? Это мы там, где этот? С бензопилой, черт. Ё-моё. Срочно морфин. Блин, 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 блин. Нужен мне морфин, морфин. Очень нужен мне морфин. Только хер вы мне его дадите. Все, что вы можете дать, так он сейчас босса очередного. Че это? И че? Чего? Ну вот статуи птиц. Птица, чё... Чё от меня хотят-то? Птица, лев, конь, лампа. Чего? Конь, чё от меня хотят под... Хер поймешь, что хотят. Коня поставили, и четыре кнопки говорят, тыркай. Нажимай, может, что и сработает. Красавцы. Оу! Ну, хоть на этом спасибо. Давайте на пятую, может, звук появится тогда. Что ж, давайте на этом мы с вами на сегодня и закончим. Вот прям на мальца будем смотреть. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.